В Югре поймали сразу три организованные группы, которые похищали нефть. Спецоперация по задержанию проходила одновременно в Нягане и Таллинке Октябрьского района, а также Екатеринбурге. В банду вошли 13 злоумышленников, сотрудники подрядной организации и частного охранного предприятия. С одного из участков межпромыслового газопровода они незаконно вывозили за пределы региона газовый конденсат. Воровали по 16 миллионов рублей ежемесячно. Сегодня 6 фигурантов уголовного дела заключены под стражу. Еще 7 находятся под подпиской. Списка о невыезде, остальные в розыске. Отмечу, что в числе задержанных и предполагаемый главарь банды. Это 35-летний неоднократно судимый житель Екатеринбурга. Спецоперация по задержанию проходила одновременно в нескольких городах. У злоумышленников было изъято огнестрельное оружие. Стоит отметить, что в числе задержанных и предполагаемый главарь банды. Ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина.